Сохранение родного языка. Именно с этой целью редакции «Лезги газет» была проведена олимпиада среди школьников по лезгинскому языку. В ней приняли участие ученики школ Махачкалы и Каспийска. Мероприятие проходило на базе Махачкалинской школы номер 59. В ходе олимпиады ребята должны были выполнить различные задания, а это тестирование, сочинение на тему «Мой любимый писатель» и диктант. Победители наградили денежными призами и книгами. Также ученики и их преподаватели были награждены почетными грамотами. В настоящее время в национальных газетах не хватает квалифицированных, владеющих родным языком специалистов. Вот мы, проводя эти олимпиады, хотим среди участников выделить таких грамотных, хороших учеников. Если у них появится желание далее продолжить учебу на филологическом факультете, мы также готовы оказать помощь, хотим привлечь их на работу в национальных газетах.